Гурудев просит ученика сказать, ученик просит Гурудева рассказать. Гурудев, Харе Кришна. По милости Гуру и Вайшнавов мы пришли в Прояг, в месте, где Махапрабху рассказывал, давал наставление Рупе Госвами, которое известно в читании Чаритамрите как Рупа Шикшам. Читание Махапрабху сказал: «О Рупа Госвами, Бхакти Раса подобно океану. Я дам тебе всего лишь капельку из этого океана Бхакти Расы». И Махапрабху, давая эти наставления, произнес шлоку «Брахманда Брамите Кон Бхагьяван Джив», цитата. Значение этой шлоки следующее. «С незапамятных времен мы отвернулись от Бхагавана, Господа, и вращаемся в 14 планетарных системах среди 8 миллионов 400 видов тысяч жизней. И удачливые души получают даршан, видят садгуру, принимают у него прибежище. Что это за души, которые в предыдущих рождениях накопили много бхакти мукхи сукрити, благочестия, связанного с бхакти? Поэтому, по милости гуру и Кришны, они обретают бхакти лата биджа, семя преданного служения. Что это за бхакти лата биджа, за семя преданного служения? Это шрадха, вера. Кто обретает ее? Говорится, что удачливые души. Какие удачливые? В шастре говорится: «Бава паварга брамато яда бавеч джанася дархиа чута сад самагама». Цитата. Значение этой шлоки следующее. Мы вращаемся в этой самсаре, и когда время наших страданий, заключение в этом материальном мире подходит к концу, то по желанию Бхагавана мы обретаем прибежище у подлинного гуру, садгуру. Как мы обретаем это прибежище? По милости Гуру и Кришны. Может возникнуть вопрос. Понятно, как мы получаем семь преданного служения от Гуру. Но почему упоминается также Господь? Гуру имеется в виду, потому что он мантру дает. Бхагаван упоминается потому, что мы не знаем на самом деле, кто такой Садгуру, кто такой Асадгуру. То есть кто истинный Гуру, кто ложный Гуру. Кришна это знает. Поэтому по его милости, по его воле мы встречаем подлинного истинного духовного учителя. Махапрабху дал такие чудесные наставления в этом месте. Он также объяснил, как постепенно эту лиану взращивать. Карасайбиджа Арапан. То есть после получения посвящения нужно быть в садусанге, слушать харикатху от вайшнавов. И что тогда произойдет? Семечко прорастет, появится два листика, затем растение будет постепенно расти выше и выше, пересечет Брахманду, достигнет Вайкунтхи, Айодхи, Двараки, достигнет в конечном итоге Голоки Вриндавана. И что в этом особенного? Что это семечко преданного служения Кришна Севабавана, то есть желание служить Кришне, не может найти себе прибежище в пределах материального мира. В Двараке тоже нет подходящей цели. В Двараке можно служить Кришне, вот там Айшварья Майя Бхакти, Бхакти с благоговением. И вот только Браджа Бхакти на Голоке Вриндавана является подлинной целью этой лианы, этого семечка. Поэтому лиана устремляется все выше и выше, пока не достигнет конечной цели, прибежище лотосных стоп Рады и Кришны. И что должен делать хозяин этого семечка, то есть преданный Шравана Кричана Джаля Кора и Сачан, поливать это семечко, чтобы оно росло. Например, если мы используем протухшую воду, что произойдет с семечком? Оно испортится. Но если мы чистой водой поливаем семечко, оно будет расти. Гьяна, карма, йога сравнивается с такой испорченной водой. То есть если мы будем общаться с людьми, которые сливают карме, гьяне, йоге, наше семечко преданности не будет развиваться. А когда же наше семечко будет развиваться? Что является чистой водой? Кришна Басаравита Мати. Когда мы общаемся с Кришна Бхактами, с преданными Враджендра Нандана Кришна, Вишванатха Чакраварти Такур объясняет «Арадхи Бхагаван Враджешата Наяста Дхама Вриндавана». Слово, где объясняется, почему именно Враджендра Нандана Кришна наш поклоняемый Господь. Цитата. То есть, если мы общаемся с такими преданными, которые погружены, которые в Раджа Расика, которые погружены в Раджа Расу, которые ценят Анарпита Чаримчарат, дар, который принес Читания Махапрабху, который он приносит один раз в день Брамы. Если мы общаемся с такими преданными, с Раджа Расиками, под руководством преданных в линии Махапрабху, слушаем от них Харикатху, вот тогда наша лиана преданности обретет
также особый плод, то есть достигнет не только Галоки Вриндавана, а обретет особую милость Махапрабху и достигнет Шветадвипы, Дхамы Махапрабху. Бхактивинода Такур объясняет, что те, кто совершает духовную практику под в линии Махапрабху, чего они достигают? Джаха Бхагавата Паро Вайшнава Расхана говорится в читании Чаритамрите о том, что нужно изучать Бхагаватам под руководством преданных. Тогда мы сможем понять подлинное читание Чаритамриту. Гурудев эту штуку объясняет. То есть, если мы изучаем Бхагаватам под руководством Вайшнавов, если мы совершаем духовную практику в линии преданных Махапрабху, то мы обретем два блага и достигнем итоговой цели, обретем духовную форму на Галоке Вриндавана, будем служить Радхаране, как ее спутница, под руководством Рупы Госвами, Рупы Манджари, и достигнем также второй обители, Шветадвипы, где будем служить Махапрабху. То есть достигнем двух обителей сразу, не только Галоки Вриндавана, но и Шветадвипу. Итак, Махапрабху давал чудесным наставлением Рупе Госвами, Рупа Шикши. Это божественное место, по милости Гуру Вайшнавов, мы его посетили, и молимся им о том, чтобы Махапрабху Рупа Госвами пролили на нас свою милость, и мы действительно были рупанугами, смогли совершать духовную практику и достичь лотосных стоп Рады и Кришны. Мы молимся об этом Рупе Госвами, нашей рупаноги Гуруварги, всем вайшнавам, ванчакалпатрубища.